Мы будем играть в Майнкрафт. Это видео называется «Топ 6 вещей, о которых вы могли не знать». Ну, поехали. Ну что ж, и первое, то, что я хочу вам показать, это то, что если мы сделаем вот так. Вы наверняка этого не знали. Ну, вообще, кого не спросишь, все говорят, что уже знают. Ну, проверим, знаете ли вы. Если мы поставим вот так голову Эндер-дракона, видите, как она выглядит? И... та-дам! Звук это ничего не делает, и я пока не придумал, для чего это вообще сделано. Ну, пока я не знаю, для чего это сделано, и думаю, пора переходить к второй вещи. Вторая у нас вещь это то, что, возможно, вы не знали, то, что я не буду приручать сейчас волка. Так что не волнуйтесь. Если мы поставим вот так волка, такой добрый, добрый. Ну, вы знаете, что если мы ударим на выживание, то он нас будет бить. Так что, когда мы поставим так, то... Стоп, что? А, вот. Другое дело. Фух. И, значит, он сразу нападает и убивает. Если вы об этом не знали. Потому что он хищник и все такое. Ну, переходим к третьему. Третье у нас это... Это... А, вот. Оцелот и крипер. Где-то. Извините. Вот и крипер. Все. Так. Ставим крипера вот так. Вы о чем сейчас думаете? Что крипер может взорвать от цвета? А на самом деле... Оцелот гонится за крипером. Это нормально? На самом деле это нормально. Понимаете? В этом видео вы можете найти. Я одно видео нашел, которое говорит, что крипер это трава. Или еще, как можно сказать, мята для кошек. Как там она называется? Кошачья мята. Во, вспомнил. Ну и четвертое это у нас... Возможно, вы могли не знать, но... Ну, как я уже это говорил. Кстати, у вас такой баг бывает, что у вас куда-то три вещи. На самом деле, это одна. Так, ставим вот так скелета. Блин, ничего не видно. Извините, мне надо поставить так. Блин. Крипер дурацкий. Почему он просто съесть его не может, а? Ой, извини. Так, ладно. Блин, можно было бы и на пазу поставить. Извините, ладно. Четвертое. Значит, у нас скелеты. И когда мы поставим... А, чуть не забыл. Если мы сделаем вот так вот... Мод. Вы это уже точно знаете, поэтому я снимать про это не буду. Если мы так сделаем, то можно вот так делать. Хоп и хоп. Давай, 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 давай. Блин. Во. Попал. Во. Смотрите, он нападает на... Ой. Они нападают друг на друга, видите? И так будет продолжаться, пока не умрет один из них. Ой, то есть не останется один из них. Ой, ё. Почему именно он? Ладно, я знаю почему, но все равно почему. Так, ладно. И все? Ладно, окей. Ой, блин, забыл про него. Нечестно, он ушел с борьбы. Победил самого сильного и ушел. А мы переходим к пятому. Пятый у нас. Блин, зачем я это снимаю? Я не знаю, извините. Вы наверняка уже все знаете, но все равно на всякий случай сделаем. Что если. Блин, сколько у меня вещей? Так. Если страж и спрут поставит, то страж будет... Блин! Промазал. Да что ж такое? Ладно, я еле его одолел. Так, если вы не знаете, то если мы поставим стража и спрута... Так, вот спрут, вот страж. Все. Ну давай. Не подставляй меня. Не понял. Не понял? Что-то не получилось. А, вот. Погодите, стоп, что-то не получилось. Минуточку. Почему не получается? Значит, получалось. Блин, только попробуй мне убить меня. Так, давай. Давай. О, свобода. О, получилось. Видите, он убивает всегда спрутов. Ай, блин. Что ж ты будешь делать, а? Убей ты его.
не меня, его. Странно, знаешь, раньше он быстро убивал. Ну ладно. То же самое можно сделать против древнего стража. Блин, я теперь понял, почему не получалось. Я же был на выживании, я забыл просто, извините. Не знаю, много у меня ошибок первого моего видео. Так, возьмем сразу всех спрутов и... Так, теперь должно работать. Страж... Вот спрут, так. Оп, давай. Вот другое дело. Во! Теперь уж заживо его убивает. Так же, как я тебя мечом хочу убить. Что ж такое? Почему не получается? К новым видео не иди, не иди. Так, ладно. Дальше у нас какой там это уже было? Да, это было. Так, делаем следующее, шестое. Вы могли об этом не знать, но вообще, на самом деле, можно красить, как там их, шалкеров. Прям любым красителем. Это и так, просто зеленый выбрал. Ой, извините, забыл. Ничего не получается. А, вот, забыл, надо нажать и держать, если у вас не получается. Кстати, знаете один прикол, который я придумал? Если мы возьмем фиолетовый, уже догадались, что будет. Точь-в-точь. Представьте, он уже покрашен в фиолетовый цвет, а мы этого не видим. Потому что это изначально был фиолетовым. Как же они меня уже достали, на самом деле. И, кстати, насчет одного я не договорю про шалкеров. Это считается за седьмое, на самом деле, но я так сделал. Так что дальше у нас будет про шалкера то, что... Если мы поставим шалкера, мы так вот слиться. Ну, если мы сделаем выживание, вы понимаете, что будет. Если нет, то я вам покажу. Ну, если вам не пригодилось еще ни разу делать выживание вот так перед ним, то... Так, он стреляет, да. Ну, вы поняли. Блин. Ладно, сейчас я вас остановлю. Все, теперь точно вот, вот. Представляете, вы не поверите. Я сражался, и он меня убил. Так что это хорошо, что я не снял. Вы не думайте, что это... Ой, жалко. На самом деле это наоборот плохо. Вернее, хорошо. Так, если мы поставим шалкера, и... Ну, вы уже видели, что будет, если на выживание. Так что делаем настройки. Кстати, кто не знает, то шалкер может еще и телепортироваться. Ну, это наверняка все уже знают. Так, делаем это, где у нас? Не могу найти. Где это? Не могу найти. Контроллер или что это? Нет. Не то. Наборы параметров. Наборы ресурсов. Так, это не то. Да где? А, во! Не заметил. Так, делаем мирно. И... Пишем геймод. Кстати, шокера я убил в креативе. Ну что меня уже раздражает. И его не исчез. Это все правильно. Кстати, мне нравится, что на нем можно стоять. Прям вот что вы с ним не сделаете. Вот бейте его. Неважно. На мирном он никого не будет бить вообще. Ни вас, никого. Даже если вот прям вот так поставишь. И все. Вот никого он не будет упасть. Ни капли. До того момента, пока мы не включим, допустим, сейчас я хочу проверить. Не помню, я уже просто не проверял. Хочу проверить, если у нас будет немного посильнее, чем мирно. Легко или что там идет? Да, легко. Будет набить? Ой, будет. Ой-ой-ой, у меня проблемка. Ну
что ж, я смог победить этих шокеров опять в креативе, как вы видите. Кстати, под конец я одну такую пару не знаю там. Ну, если вот так вот написать здесь клевар, тогда у вас пропадает вещь. Вы наверняка знали, но не уверен. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, или поддержите меня, пожалуйста. Просто это мое самое первое видео. Никогда раньше не снимал видео. Ну, всем удачи и пока. До